По оценкам специалистов, износ дорожного полотна на улице Прониной составлял 50%. Четырехполосная дорога на несколько дней стала вдвое уже. Здесь 12 тысяч квадратов, 12250. Вот. Около 2000 тонн асфальта. 500 тонн выравнивающего асфальтобетона и 1500 верхнего слоя. Большой протяженность улицы, но в ближайшее время, то есть за 2-3 дня, я думаю, ее закончим. На двух путепроводах в целях исключения прогрессирующих деформаций используют асфальт с добавлением резинобитумной крошки. На автомобильных дорогах применяют асфальтобетон повышенной марки с добавлением панфибры. В этом году Димитровград получил на ремонт дорог из областного и городского бюджетов 74 миллиона рублей. Плюс дополнительное финансирование – еще 80 миллионов, выделенные по распоряжению губернатора. Эти деньги в том числе пойдут на установку новых дорожных знаков, нанесение разметок и восстановление бордюрного камня на обочинах. Ни рубля из запланированных средств подрядчику еще не оплачено. Заказчики ждут результатов экспертиз. Только при положительных результатах подрядчик получит деньги. Взяли вырубки, сейчас проверяет технадзор, наша лаборатория в департаменте автомобильных дорог. Я думаю, через 2-3 дня, значит, результаты будут. Ну, по крайней мере, вот то, что мне специалисты из лаборатории докладывают, то таких явных нарушений нет, претензий нету. То есть дороги, ремонт дорог выполняется с хорошим качеством. В среду в Димитровграде министр провел совещание. Решался вопрос о продолжении работ по ремонту городских дорог и в следующем году. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.